Что такое Новый год? Это не только новая дата, новый лист календаря, но это новые планы, новые свершения, новые мечты. Без мечты человек жить не может, поэтому у каждого должны быть свои цели и задачи, и каждый год они должны сбываться и составляться новые. Каждый из нас желает, чтобы 2016 год был лучше, чем 2015 год. Пусть останутся все негативные явления, все плохое в 2015 году, а все хорошее придет плавно в 2016 год. Дорогие салдинцы, хочется пожелать вам в новом году вести активный, здоровый образ жизни, пробовать себя в спорте, быть всегда в тонусе, ставить перед собой новые цели и обязательно достигать их. С Новым годом! Как говорится, в Новый год без долгов, у кого это получится. У кого не получится, то в новом году без проблемного обеспечения исполнения различного рода обязательств, возможно, долговых, либо обязательств в сфере трудовых отношений, в семье и в быту. А от себя лично, как еще пока действующий спортсмен, пожелать всем выполнения поставленных целей, новых рекордов, новых побед и, самое главное, без травм. Я хочу, чтобы у всех было легкое сердце, чтобы у всех были улыбки, в особенности в эти новогодние праздники. Это самый светлый, самый теплый, чудесный семейный праздник. Пускай все будут здоровы, пускай все будут счастливы, пускай все улыбаются и друг друга любят. Я вам желаю, чтобы наступающий Новый год был богатым на добрые дела, чтобы побольше появилось капиталистов, владелец сертификатов на материнский капитал, чтобы все родители получили своим детям снилсы и спали спокойно, чтобы больше было пользователей личного кабинета и получали наши услуги, не выходя из дома, чтобы работали все предприятия и бюджет пенсионного фонда увеличивался, а пенсии наших ветеранов радовали не только ветеранов, но и их внуков. Чтобы сохранялись рабочие места, чтобы была перспектива, новые рынки. А если у человека есть работа, есть комфортный дом, то будет у него и любовь, и здоровье, и счастье. Поэтому, уважаемые работники ВСМФО, здоровья, работы, любви и понимания близких. С наступающим Новым годом! В новом году вы, может быть, чувствуете себя уверенным, что вы будете защищены. Никогда не попадайтесь в руки преступников. Я хочу, чтобы Новый год для всех стал добрым, радостным, позитивным, ярким, сочным, таким, как мандарины в новом году. Говорят, дело подобно автомобилю. Само по себе оно будет двигаться только под гору. Желаю, чтобы ваши дела всегда двигались в гору. Но помните, что для этого нужно приложить усилия, ставить реальные цели, находить эффективные пути их достижения, и тогда все у вас получится. Кроме традиционных пожеланий здоровья, благополучия в новом году, я хочу пожелать вам воочию начать ощущать на себе те возможности, которые дает Титановая долина. Пятерок желаем вашим детям в новом году. Желаю этот Новый год встретить в кругу самых вам близких и дорогих людей. В новогодние каникулы приятно используя провести время, отдохнуть с детьми, набраться сил и с новыми силами приступить к свершению всех планов на 2016 год. С Новым годом вас, дорогие салдинцы! Я желаю, чтобы следующий год для нас был хоть чуть-чуть легче. Чтобы следующий год не так сильно обижал нас. Чтобы следующий год мы тоже выплыли. И выплыли с хорошим результатом. Уважаемые салдинцы, от всей души поздравляю вас с наступающим 2016 годом. Желаю вам прежде всего крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия. Пусть родная Салда радует вас своими успехами. Пусть в ваших домах всегда будет уют, светло и тепло. С наступающим Новым годом, дорогие друзья!